Привет, ребята, всем. Сейчас попробуем, как заводится дизельная BMW с четырехцилиндровым двигателем. Простояла машина на морозе 3 дня. Морозы были минус 27, доходило ночью. Вот. Сейчас конкретно минус 10. Сейчас уже день. Попробуем, как запустится тачка. Разрядка аккумулятора. Ну да, постояла неплохо. Вот. Итак, попробуем. Ну, все отличненько. Даже учитывая, что аккумулятор подсел, я сказал, что машина стояла 3 дня. По факту она стояла 6, но один раз ее переставляли с места на место. Вот, она работала там 3 минуты. Вот, то есть почти на протяжении недельных лютых морозов. Вот сегодня ночью все еще было минус 20, а 2-3 дня до этого было минус 25, минус 27, даже днем доходило до минус 17. Вот, ну как видите, если вы заправили с нормальным дизельным топливом зимним, то никаких проблем с пуском, даже с посевшим аккумулятором, быть не должно. Вот такой вот короткий видосик. С вами был Кардинамик. Подписывайтесь, ставьте лайки.